Анонс 48 серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Как мы помним, с предыдущих серий Сергей возвращается домой после болезненного расставания с Сашей. Алина узнает об их разрыве, и у нее вновь появляется надежда сойти с Сергеем. Саша больше не работает в Стиларде, но взамен получает выгодное предложение от Фалькона. Саша восстанавливается в институте, а Сергей съезжает от родителей. Девушка мирится с тетей и решает выяснить истинные причины расставания с Сергеем. Продолжение вы сможете увидеть в очередной серии, которая выйдет уже 2 мая на ОКО. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.